Вместо уголовной ответственности – вознаграждение. Ежегодно инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия по приему незаконного оружия, которое хранится у граждан без разрешения. Для этого необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, принести оружие и необходимые документы. За это владелец ружья, принявший участие в акции, финансово поощряется. Цена за добровольный поступок варьируется от 500 до 10 тысяч рублей. Отмечу, что по итогу весь принятый у населения арсенал впоследствии подлежит утилизации. В рамках мероприятий гражданами было сдано 11 гранат, 9 гладкоствольных оружий, 346 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а также 14,5 килограмм взрывчатых веществ. Благодаря такой акции гражданин, проявивший инициативу, освобождается от уголовной и административной ответственности. Целью таких мероприятий является противодействие незаконному оружию на территории Донского региона.